Сегодня разберем еще один прием базовый в грэпплинге, в джиу-джитсу, болевой на руку, армбар. Тонкости все посмотрим, может кто-то для себя что-то возьмет новое. Смотрите, также начинаем с положения гарда. Я как чаще всего делаю, смотрите, правой рукой иду под правый локоть, забирая его сразу не так, чтобы он уперся мне в бедро. И моему сопернику было тяжело руку достать. Понимаете? Очень тяжело достать руку. В этот момент вы убираете вот предплечьем его челюсть, хватая его за плечо. Не давая ему голову вернуть к вам. Перебрасывая ногу на голову. Ноги не крестим. Почему ноги крестить нельзя? Потому что ваш соперник сразу же просто забежит в сторону и сбросит ваши ноги. И вы сразу же отдаете позицию и проигрываете баллы, либо позицию. Вот. Поэтому, когда я забираю руку, убираю ее, локоть, бедро, убираю голову, чтобы он на меня не шел. Это тяжело сделать. Перебрасываю ногу. Одной ногой контролирую голову, второй ногой контролирую спину. Максимально. Вот. Раз, два. Бедра сжимаете, как бы ноги чуть разводите. Раз. И начинаете вытягивать руку чуть на себя. Не просто вы начинаете давить, потому что когда вы начинаете ногами от себя давить, ваш соперник может достать руку. Поэтому важно тянуть руку постоянно на себя. На себя вы ее тянете и бедрами поджимаете, чтобы ваш соперник ее не достал. Если вы просто начинаете выталкивать ногами его, тянуть и тут пытаться сделать, ваш соперник будет доставать потихоньку руку, и вы потеряете этот прием. Поэтому важно руку тянуть на себя. На себя тянете и вниз. И аккуратно доделываем прием.